No, no, no. Money. กินอะไรไหมหนูไม่มีตังค่ะไปนั่งก่อนเลยไปนั่งก่อนเลยเดี๋ยวป้าทำให้กินทำไมป้าใจดีจังอะคะโอ้ยใจดงใจดีอะไรกันไปแค่ข้าวจานเดียวป้าจะบอกให้นะมีคนคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีกพลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูกถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิกไม่ดูแลตัวเองเรื่องมากแม่ไปก่อนนะขึ้นรถไม่ถูกใจเราสักอย่างทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะพลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไงป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหมพลอยก็กลับมาป้าแม่แม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ควรปล่อยพลอยบ้างอ่ะค่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียวไม่ใส่หัวหอมป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้โทษนะคะเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะไม่เคยเห็นนะถ้าเจอเด็กคนนี้ก็ไม่มีตังติดตัวฝากไม่เอาข้าวให้เขากินด้วยคนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูอ่ะกลับบ้านมากที่สุดตรงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเดี๋ยวอยากให้แกกินของดีНаша с тобой история началась задолго до моего появления. Меня еще не было, а ты уже очень ждал меня. Наверное, ждал, так как не ждут больше ничего и никогда в целой жизни. И ты уже любил меня всем сердцем, прикладывая ухо к маминому животу. Я точно знаю, что когда я впервые что-то закричала этому миру, ты заплакала от счастья. Мама рассказывала мне, что ты стоял под окнами роддома и что-то кричал ей, захлебываясь переполнявшими тебя чувствами. Ты размахивал цветами, которые нельзя было передать в палату, и пел песни, которые она не слышала, потому что окно не открывалось. А ты, зная это, все равно продолжал кричать и петь. С детства я помню твои руки, державшие меня над кроваткой, или как ты подбрасывала меня, кричащую от страха и восторга, к самому небу. Я всегда знала, что ты поймаешь меня. Именно ты был самым терпеливым и внимательным из всех моих учителей. Именно ты научил любить и узнавать этот мир. Ты всегда знал, как обо мне заботиться. Ну как знал? Старался. Знаешь, иногда мне не хватало тебя и твоих слов. Я знаю, что ты много работаешь, но я знаю, что ты это делаешь для нас. Помнишь самое первое сентября в бантах и с огромными гладиолусами? На линейке ты был очень гордый и смешной, как будто это ты идешь в первый класс, а не я. Помнишь наши ссоры в старших классах? По твоим взглядам хотелось провалиться сквозь землю, но на жалобное «Только не говори маме!» Ты вздыхал и прикрывал меня. Ты всегда радуешься моим успехам и делаешь все, чтобы я тобой гордилась. И я горжусь тобой.
потому что ты умеешь сделать мою маму счастливой. Ты научил меня уважать не только свою жизнь, но и жизни других. Твои уроки навсегда остались в моей памяти. Хотя иногда ты сам так водишь машину, что хочется схватить ремень и пристегнуть тебя. Ты уважаешь мой выбор. Даже тогда, когда я думала, что всех лучших мужчин уже забрали наши мамы, я встретила того, который мне напоминает отца. Он, конечно, не ты, но, глядя на него, я очень часто думаю о тебе. Я помню твою первую седину на висках. И совсем молодые глаза. Я все помню. Я все это помню, папочка. Мой отец. Мой папа. Он поймет, он всегда поддержит. Что бы ни произошло, он сила, он опора. Просто потому, что он отец. Он мой ангел-хранитель. Он моя крепость. Каждому человеку нужен папа. Папа, а не слово. И знаешь, если меня спросят, чей папа самый лучший на свете, я отвечу мой. Может быть, это и не совсем так, но я патриот своего папы. Dạ, chậm đây mà. His name is Gordon. He's my father. He was a soldier. While he was a prisoner of war, it was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. And when the war ended, he changed. His faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him. What did you say to him? Ow. Ow. Ow.